По поводу предательства Родины президент глубоко ошибся. Мы патриоты своей Родины. Мы воевали и воюем. Все бойцы ЧВК «Вагнер». И никто не собирается по требованию президента ФСБ или еще кого-нибудь прийти с повинной. Потому что мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции, в обмане и в бюрократии. Когда мы воевали в Африке, нам говорили о том, что нам нужна Африка, а после этого ее бросили, потому что разворовали все деньги, которые должны были идти на помощь. Когда нам говорили о том, что мы воюем с Украиной, мы шли и воевали. Но выяснилось, что боеприпасы, вооружение, все деньги, которые были положены на них, также разворовываются. А чинуши сидят, экономят их для себя, как раз для того случая, который наступил сегодня, когда кто-то идет на Москву. Теперь они не экономят ничего. Они бьют самолетами и вертолетами по колоннам, где идет мирняк. При этом бьют по мирняку, потому что не попадают. И бьют куда попало. Поэтому мы патриоты. А те, кто сегодня нам противостоит, это те, кто собрались вокруг подонков.